на службе, да? Да. Вот не замыкали хады, потому что знают все равно, завтра уже с утра все придут, все развалят. Соотечественники, проживающие за рубежом. Никакой. То есть когда-то в свое время выехал, но... На мере зависит от сотрудников миграционной службы, от руководства, потому что... Пускают нарушения даже в рамках предательства. Мы не можем... Разрешение на работу выдать Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области вы увидите. Поздравляю. Каченко, она... Мы должны достаточно четко знать, в какой муниципальный район, в какое муниципальное образование, в какой город, в какой населенный пункт мы можем, значит, в случае необходимости привести беженцев и нормально, комфортно их разместить там и обеспечить всем необходимым, ну, скажем, пока так минимум. Я приехал как бы заранее. В течение 2 месяцев. Видно, житель правового статуса.